Привет, меня зовут Владимир Кузьмин. И сегодня расскажу вам о своей разработке Эми Квинтет. Это класс инструментов, так называемый Piano String. Они выпускались фирмой Krummer, например, Multiman S, или Vermona Piano String, и другие. Это аккомпанирующий инструмент. Он позволяет аккомпанировать в нескольких тембров, таких как орган, стрингс, клавесин, медные духовые инструменты, струнные инструменты. Дизайн тоже выполнен моей женой Кузьминой Олимпиадой. Как видите, он смотрится до сих пор современно, хотя начал выпускаться в 1984 году. Я немножко расскажу вам об особенностях этого инструмента. Также он имеет 5-октавную клавиатуру на герконах, то есть клавиатура вечная, 5-октавная. В комплекте имеется педаль громкости. Корпус чемоданного типа, как в поливоксе, закрывается крышкой, и можно переносить этот небольшой и легкий чемоданчик. У него есть несколько интересных особенностей, о которых я вам сейчас расскажу. Органы управления на квинтете сосредоточены на передней панели. Это блок эффектов, где можно переключить тембр медных духовых инструментов, тембр органа, пианино, клавесина, а также включить хоровой эффект и задержку вибрато. Здесь органы управления громкости, после звучания, тембра медных духовых инструментов, регулировка глубины и частоты вибрато, а также расстройка для струнных инструментов, для хорового эффекта. Так звучит тембр органа, так пианино. Клавесина. Медные духовые инструменты. Как вы знаете, для медных инструментов, для имитации медных инструментов должен применяться фильтр. Основная форма колебаний пилообразные колебания и применение фильтра. Фильтр здесь точно такой же стоит, как в поливоксе, поэтому характерные медные инструменты можно услышать. Можно слегка отрегулировать тембр медных от глуховатого тембра до более звонкого. Эффект вибрато можно добавить к любому тембру. Можно включить специальную задержку вибрато. Вибрато появляется с небольшой задержкой для большей натуральности звучания струнных или медных. Как вы видите, отдельно кнопки струнных инструментов нету. Почему? Потому что это тот же самый тембр органа, которому можно добавить хоровое звучание. И вот он будет тембр струнных инструментов. Я вибрато пока выключу. При включении хорового эффекта получается тембр струнных инструментов.
Про хоровой эффект я хочу сказать особо. В отличие от других инструментов, типа Krummer Multiman S или Vermona Piano, там одинаковые хоровые эффекты, основанные на трех линиях задержки. А здесь у меня применен эффект, так называемого, трехточечного унисона. Когда мы имеем прямой сигнал и два дополнительных сигнала. Один сдвинутый по частоте вверх, а другой сдвинутый по частоте вниз. И специальным регулятором расстройка можно вот это расстояние между основной частотой и двумя сдвинутыми расширять и сужать. Таким образом углубляя эффект хоровой, делая более расстройку более глубокой или придавая легкую расстройку. Этого нет ни в одном инструменте, это вот такой эффект. В результате получается эффект такого плотного хорового эффекта. Вот посмотрите. Что касается особенностей этого инструмента. Особенно вот я горжусь таким образом сделанный хоровой эффект. Он не дает никаких призвуков, ни расстройки, а вот просто хоровой эффект, как много инструментов звучит в раз. Но можно добавить еще вибрато, будет еще плотнее.